Всем привет, ребят! С вами Алексей 24. Мы продолжаем проходить игру Голум. Убедительная просьба, как обычно, ребята, не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставьте лайки и не забывайте про колокольчики. Также, ребята, я напоминаю, что в описании под видео вы найдете все полезные ссылки. Ссылка на донат для того, чтобы поддержать меня финансово, ссылки на плейлисты и площадку Яндекс.Дзен. Переходите, не стесняйтесь, смотрите. А, и кстати, ребята, не забывайте про мою группу ВКонтакте. Ссылку вы найдете также в описании. Подписывайтесь, ставьте лайки, заходите, а я продолжаю. Так, ну что? Задание. Найдите Граншнега. А, какие-то коллекции? Что за коллекции? Что надо искать? Я как понимаю, это карта. Но мы карты не смотрим. Мы будем пробовать сами как-то. А, я как понимаю, там, наверное, не залезть, да? Или залезть? Хрен их всех поймешь. Огонь! Огонь! Я понял. А, давайте по вот этой... Не пахнет орксами. Пахнет, пахнет. Нужно быть осторожными. Мы же не хотим снова попасть на дыбу, да? Ничего хорошего, прелесть. Совсем ничего. Но, знаете что, вот здесь Голум как бы прав. Мне дальше надо. Так, дальше. А ну-ка прыгаем. Ага, мне надо наверх. Я как понимаю, это его голос, задающий вопросы. Он не должен нас спрашивать. Ножницы и щипцы, хруть, хруть. Нет, нет, не надо щипцов. О, у меня Голум опять, короче, раздвоение личности. Или у Голума. В принципе, игра Голум называется. Поэтому давайте уж конкретно просто вещи называть своими именами. Если уж Голум, тогда уж... Пусть он будет Голум. Так. Нет, а мне надо туда. Я не смогу, что ли, допрыгнуть? Походу, хрен там. Хрен там ночевал, как говорят. А, я прыгаю в бок, да, а прыжок в бок не проходит. Но я... Попробую в другую сторону пойти тогда. А, блин! А, ладно, хоть я сохранился. Отлично. Чё там? Часть бивня барокко. Вопрос зачем? А, хорошо, у меня вопрос, а вот игра должна так зависнуть, или это как бы не по сценарию? А, игра, короче, висанула. А, почему, я так не понял. Что случилось, тоже непонятно. А, и у меня такое впечатление, что вот эта трасса, дорога была сделана... Не для того, чтобы я куда-то забрался. А чтобы часть бивни барокко найти. Блин, я не хочу артефакты искать. Я хочу, блин, по сюжету играть. Я люблю сюжеты в играх, ребят. Есть. Наконец-то я прыганул. Так, наверх. В принципе, если бы мы за бивнем не пошли, мы бы перепрыгнули, я думаю. Без проблем причем. Идем поверху. Так, опять вот эта вот стена выпуклая. Не выпуклая. Так, есть. Теперь сюда. Опа, 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 опа. Чуть не шмякнулся. Так, ну вот, доползли. Блин, ребята, это был путь охренительный. Кстати, можно перепрыгнуть вот сюда и тут дальше ползти.
Хорошо, где маркер? Ёлки, а мы не туда пришли, куда хотели. Чего? И нигде не видно Граншнега. Внизу много повозок, может он прячется в одну из них. Голом, ты очень наивен. О, Смягол, ты очень наивен. Так, есть. Я, в принципе, понял, что надо куда-то вот сюда идти. Ну да, судя по видео, мы там, где надо. Я, честно говоря, тоже очканул. Они нашли нас! Они видят нас! Он знает! Мы пропали! Шевелись! Шевелись! Найти их! Избавиться от него! Избавиться прямо сейчас! Правильно. Да это просто черепашка, ты чё пугаешься? Глаз, ужасный глаз, мы пропали! Да нет, Смеагол, тут, понимаешь, это просто панцирь. Скорее, пока он не ушел. Нет, спрячься, уходи, иди очень тихо. Куда? Идти некуда, только вниз. Напасть на орка. Убедите Смеагола. Нет, подожди, а вдруг он закричит? Атаковать, ускользнуть, атаковать, успокоить Смеагола. Не уступит, мы сыграем в нашу маленькую игру. Да, все тихо, не дыши. Голум выиграл спор. Ну да, все-таки говорю, как там игра называется Голум, надо больше... Тихо, Голум, Голум! Здесь никого нет, мой хороший, никто нам не сделает больно, но мы должны вести себя тихо. Да, тихо. Мы ведем себя спокойно, мой хороший. Да, тихо, нужно быть потише, прелесть. Давай, только молчи и не дыши. Как сказал свечник, свидетелей не оставлять. Новая цель, найдите Граншнега Голум. Так, тихо, тихо, спокойно. Где этот капитан орков? Ну, я думаю, нам свидетели реально ни к чему. Кто там меня зовет? Валим. Повозка. Ворота держать закрытыми, никто не должен через них пройти никуда, ни туда, ни сюда. Обыщите повозки. А если я смогу его задавить? Ха-ха-ха-ха, нет. Ё-моё. Ну, надо под повозками, короче, проползти. Что там в сообщении? Ё-моё. А его надо придушить. Давай, 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 ты нас не видишь. А вам не кажется, что их слишком много? Сейчас будем их давить. Слава богу, миссия не на время. Повторно. Я не знаю, сколько раз я этот уровень буду проходить. Может, раз 100. А может, их удавливать не надо, а? Может, реально?
попробовать. Вот, короче, подошел вот этот орк. Сейчас он здесь немножко постоит и уйдет. Он тоже в шлемаке. Поэтому я не думаю, что его надо удавливать. Так. Все, я под повозкой. Попробуем стелс. За ящиками чернота. А мне надо как-то их отвлечь, ё-моё. Так, все, этого я отвлек. Мы под повозкой. Так, я их в двоих. Да не могли они вырваться фиг пойми куда. Заткнись и ищи. А мне не видать. Удавить. Но они-то без шлемаков. Ага, он тут стоит. Ты не могли они выбраться отсюда? Заткнись и ищи. А, это он меня спалил, поэтому он пошел. Да блин, я запутался. Обычно я кидал, он с первого раза, короче, сруливал. Так, меня волнует вот этот охранник. Он сейчас вернется. А мне надо перейти на другую сторону. А, так. А, Грашнек, походу, здесь. Все, по-бырому. Так, давайте пробуем, куда кинуть. Вот сюда. Так, отлично. Я думаю, под повозкой можно проползти. Так, ну пусть стоят они, охраняют. Это Грашнек! Так. Не-не-не-не-не-не-не. Мне вот сюда надо. Чисто, во всех повозках чисто. Ищите дальше. Так, понятно, давайте. Так, чтоб меня не увидели. Смигл, что ты делаешь? Смигл должен спрятаться в ящике. Нет, они все переполнены. Лезь в повозку, под низ. Они ищут нас обоих вместе, понимаешь? Я уболтал их, и они поверили в мой рассказ, короче. Ты должен полезть вниз. Иди, пока никто не увидел нас вместе. Найди другой выход из башни. Угу.
Но с Граштегом, короче, не выйдет, я понял. Ага. Граштег должен ждать нас снаружи, конечно. Сначала заметь его, а не выйдет, я твои глаза заберу. Ну ладно, паркур, паркур, тебе нравится? А еще раз, ребят, меня тут, короче, спалили официально. А я пойду... Тебе нравится стоять без дела? Я всегда думал, что... Сигнал значит найти и схватить, но... Ты просто стоишь. Да, просто стою, и что? Очень спокойно стоишь, как будто нет никаких наказаний за неповиновение. Очень интересно наблюдать. Наконец-то орки ругаться между собой начали. А, это вот этот, что ли, капитан орков получается? Вот мне куда надо. К рычагу. Так. А-а-а, я дурак! Блин. Я всего лишь промахнулся, ё-моё. А я, кстати, так быстрее даже зашел. Смотри, что это там за пещера? Там летучие мышцы. Много летучих мышей. Может быть, они знают дыру, через которую можно сбежать из башни? Возможно. Голум, меня поражает твоя смекалка, блин. Не, ну мы пришли же к какому-то рычагу. Используйте подъемник, чтобы добраться до пещеры летучих мышей. Я подсказками буду пользоваться, мне пофиг, потому что уже сложно вообще играть стало. Так. Ну, тут навряд ли я допрыгну до верха. А вот этот рычаг мне помог. Так, ладно, пока эти дебилы меня не видят, надо реально уходить. Ой-ой-ой. Граншнек, не хочешь компаньоном побыть? Так, там какая-то хрень. Не, походу не здесь. Давайте обойдем. А кого мы ищем-то? Какого-то наемника-южанина и странного мелкого гоблинка. Гоблина? Вроде так сказал. Такое. Ха, прикол. Угу. Я думаю, палиться не стоит. Идет. А может его придушим? Нельзя. Вот сейчас подождем, пока он свалит. Он свалит, и можно идти.
как бы вообще в другую сторону, что ли? Я не понимаю, куда идти. Давайте пока спрячемся. Нет, прятаться бесполезно, надо что-то делать, ребята, надо что-то делать, я пока не понял. Сейчас, получается, орк уйдет отсюда. Я думаю, можно тихонько начинать. Оркс ушел. Так, вот мне куда надо. Я не заметил изначально вот эти вот штуки. Голом слишком много орксов. Короче, голом в гневе. Допустим. А, да ладно. Так, никого не видать. Можно, в принципе, и туда перейти. А где рычаг? Бочка здесь. Рычаг где-то там далеко. Ладно, пошли дальше. Тлю взять пока не могу. Я вот не пойму, куда я иду. Так, есть. А пошли по канату. Угу. А смогу ли я до туда допрыгнуть? Вопрос. Так, здесь пока я не вижу, где можно прыгать. Блин, только здесь. Только здесь. И, блин, я так боялся, что я не допрыгну. Так, думаю, тут канат. Я, правда, на другую кнопку хотел нажать. Ну ладно. Так тоже пойдет. А, это чтоб обратно уйти, походу, вот эти веревки сделаны. Так. Угу. Отлично. Уйдите через пещеру летучих мышей. Чё сделал, я так и не понял. Так, давай вот так вот. Отлично. А как наверх? Так, ну допустим. И вот так вот, да, наверное? Отлично. Блин, я не любитель вообще всех этих паркуров, ребят, серьезно. Но, блин, иногда приходится, конечно, вникать в это во все. Так, отлично. Так, теперь надо вот сюда. Блин, ура! Контрольная точка сохранения. Как же мне повезло. Пошлите, да... Ну все, они улетели, голум. Не-не-не, мне не этот спуск нужен. Чувствуешь запах? День уже рядом. Разве не прекрасно, мой хороший? Впервые дневной свет пахнет хорошо. Несмотря на то, что голум ненавидит свет. Свечки кто-то расставил. Тут что-то забаррикадировано. А, все, понял. Ять. Ящик.
Так, здесь можно полазить. Так, 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 ну что? А, ну, я думаю, сюда. Ой, а там что-то слишком какой-то свет солнечный какой-то, прям жесткий. А, не рассчитал маленько. Бывает. А, офигеть, тут залезть можно было вообще по-другому. Так, есть. Надо было наверх сначала, да, наверх, потом назад. Все. Уже здесь. Хороший гражданин, не дал себя поймать. Хорошо, да, очень хорошо, мой милый. Он бросил нас. Теперь скорее, если другие повозки, можно прицепиться к ним. Доберитесь до моста. Но я не думаю, что Граншнек специально так сделал и уехал. Так, ну ладно. Погнали. Отлично. А мне вниз, что ли, надо? Я не понял. Просто взял нашу повозку и уехал. Мы его ненавидим. Мы ненавидим его. Голум, голум, голум. Что-то какой-то орк сработает. Так, ну я понял, что вот эти полоски специально для меня, наверное, сделаны. Ага. Вниз. Я нажал один спуск, и в итоге вот такая хрень. Так, отлично. На, так, вниз, вниз. Так, и... Они меня как бы не впалили, да, но походу сейчас впалят. Мне надо, чтобы он бдительность потерял. Тогда я его удушу. Так, давай, 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 давай. Ты либо вали, либо теряй бдительность. Thank you.
Давай, 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 голым, голым, голым. Есть, убегаем. Его напарник вообще чухнет, не чухнет, что он удавлен. Так, смотрим. В принципе, можно от ящика это выйти. Вот от этого. Так, отлично, успел. Тайминг выдержал. Фу, это было непросто, я бы даже вам сказал. Ладно, давай, пошли отсюда, чтобы меня никто из стражи не увидал. Так, здесь спуск. Так, куда мне? Здесь всех можно отвлечь, да? Так, камень. 4. Так, вижу, идет какой-то хрен. Попробуем. А не получается, почему? Потому что... Если есть вот эта чашка, значит, надо ее воспользоваться. Так, часовой ушел. Так, бегом, 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 Смягол. Вперед. Ёлки-палки. Орк. Я бы лучше на пузе, короче, здесь полз, чтобы меня, не дай бог, никто не увидел. Не дай бог, никто не спалил. Так. Орк, красные, получается, это эти хрены. А чё, надо на это, что ли, прыгать? Давайте попробуем. Так, ну ладно, допустим, мы здесь. У нас есть еще штанги. И вот сюда. Так, ладно. Это уже неплохо, ребят. Так, ну... Да. А, нет, я могу завернуть. И чё? Можно спускаться, что ли, сюда? А, пересеките мост с помощью повозок. Скорее, скорее! Вниз, вниз, беги! Нашу голову! Спуск! Спуск! Орки, они не должны нас видеть. Блин, ребят, я молчу, потому что я задолбался эту миссию проходить. Я не могу, мне не получается. Ну, здесь лежать. Блин, ребят, а вот здесь вот прыгать надо.
Так, отлично. Справа от нас. В смысле, стоп? Я не успел, что ли? Так, тут опять. А, еще раз. А, здесь, короче, я потерялся, но, слава богу, контрольная точка. Естественно, еще миллион раз я уже здесь сыграл. Так, давайте с этой пока стороны. Вот так вот. Нужно слезть с какого-то моста, Голум говорит. С какого моста, алло? Вот этого, что ли? Опа! Фух! Там дальше по дороге нас просто расстреливают, короче, с двух сторон. То есть, я когда-то говорил, свалить вовремя подвиг тоже. Так, есть. И куда ползем? Понял. Еще раз. Я же почти. Ну, допустим. О, блин, как это все меня уже достало, блин. Чуть не грохнулся, кстати. Есть, наконец-то. Так, давай, в общем, это, перелезаем здесь. Блин, одно скажу точно, ребят, то, что с этими повозками это вообще трешак, конечно. Я заколебался эти повозки перепроходить. Так, где мы? Куда мы пришли? Мертвый жук. Он вкусный, мой милый? Нет, мертвый и сухой. Хорошо. Так, нам надо, наверное, идти по лесенке вверх. Но... Мы сможем, Голум, мы справимся. Охренеть, какой долгий путь Голум прошел, я в шоке. Вон они, эти повозки дебильные, ездят. Ух ты! Я это видел. Фух! Если бы я сейчас сорвался вниз, это был бы вообще трындец.